мы направили вчера официальную ноту в Министерство иностранных дел Украины с информированием о нашем намерении подготовить очередной конвой с гуманитарными грузами. Приложили подробный перечень номенклатуры и количество тех грузов, которые планируются к отправке. Выразили надежду на тесное сотрудничество с украинскими властями в согласовании всех необходимых формальностей. Рассчитываем, что время, которое на это потребуется, с учетом имеющегося уже опыта, будет не таким продолжительным, как это было в случае с первым конвоем. Спасибо. Олег Спарников.